Привет. Конничева. Значит, все видели? Я просто вернулся считал, ну как, с полчаса назад с этого, с обеда, если можно так сказать. Пиццу пожевал викторианскую. Тоже, ну, не знаю, это, конечно, так надоело, честно говоря, со временем. Вся эта фигня. Обустраиваюсь, тихо-тихо. Да, сумки там, туда-сюда, ну, тихо-тихо пойдет. Сети какие-то, ну, закрыты, только одна открытая, не знаю, что себе представить, но мне к ней цениться так и не смог. Это... Я просто прошелся по зданию показать такие, что это же не все. В смысле, тут ночевать, спать. Ну, как-то уединение, если хочешь, в основном. Чем, надеюсь, конечно, если... что сосед будет у меня такой... Пусть лучше гулять там, на улице. Ладно, если что, кто будет ходить, просто странно будет, что болтаю, записываю на компьютер, ну, это же странно, ну, просто прикрою, как в этот раз. Покажу внизу, в этом, тут 5 этажей, там, в общем-то, общий, это нижний, этот, в смысле, 5 этажей, так, еще есть подвал, вот подвал, сейчас я покажу, то, что будет там. Кондиционер включить быстренько сейчас. Было холодно, а сейчас опять как теплеет. Фиксно. Авто не работает. Где работает авто? Скажите мне, авто редко когда работает. Спустимся на лифте. Или, не, в смысле, когда на лифте сам иду. Так, показать так ведь. Душно, просто туда. Просто эта программка, если она не загружает, в смысле, Evernote, всякие записки, всякие штуки, чтобы не забыть. Виртуальный блокнотик, только он еще фотки делает. Ну, с этой, с камерой, фотки, с этой, да. Я не знаю, видите, ну, это те, кто здесь работают, они зашли, что-то вроде открыто, там можно складывать, видимо, запрос или что-то. Там просто такие эти, как называется, пластик, куда сложить. Я, кстати, не показал, там на этаже тоже, там, на каждом есть, типа, капуста, ну, там, всякие объявления, сюда, ты, подражение, просто я, что-то. Тоже всякие... памятки, бла-бла-бла. И вот, что хотел сказать, лоджия. Это, конечно, получше, чем Tinker Hall. Tinsley Hall, боже мой, Tinker Hall. Где я до этого был? Ну, где 4 ночи. Готовьтесь, ну, в смысле, что-то получше. А. Неплохо так. Не, заметь, там был он вообще раза в 4 меньше. Я имею в виду по площади. Ну да, где-то раз в 4. Ну, всякая фигня, еда такая. Не еда, так, фигня. Наверное, работает. У тебя тут кондиционер есть. В общем-то, наверное, так. Телеки HD, точнее, FM1 пока, да? Ну, пока. Я не знаю, что я имею в виду. Пока. Ну, телек, короче говоря, HD-шный, бильярд. Еда, пул. Эти разрисованные колонны, там где-то что-то типа комиксов на них нарисованы. А, и вот, да, кухня. Я просто думал, что действительно, а нафиг-то мне особо кухня-то у себя? Не, понятно, что хорошо, конечно, как бы так-то, но... мои изыски в кулинарии в основном... я не думаю, что потянут на дальше, чем микроволновка и холодильник. Серьезно. А тут, я думаю, даже если кто-то будет в общерах, конечно, действительно так думаешь, как-то неплохо же, действительно, вот если как-то сам придут готовить, наверняка тут, я не знаю, мальчишки-то фиг с ним, хотя, может, тоже найдут, которые интересно. Так, может, девчонки, наоборот, присоединяться будут помогать, что я же все-таки кто... И я не говорю не то, что я буду готовить столько, сколько и другие кто-то что-то будут готовить. Понятно, что есть риск отравления, но все-таки. Нравится, то нравится всем. Ничего.
Ну что, это все кондиционеры. Это все кондиционеры. Около каждой стенки здесь везде так. Главное, хотя тут не холодно, потому что в некоторых местах такая холодрыга, вы не представляете. Нет, вы это представляете. Холодрыга здесь в зданиях. Не во всех, слава богу. Слава богу. В основном в общественных, типа кафетерии, такие. Там холодно. Чем-то все. Не так уж много, но просто что это все. Апартамент свой хотелось. С кухней. Тут кухни нет, но здесь ничего. Ну, в смысле, у себя нет, здесь есть. Просто полная кухня. Да и зачем она не сильно нужна? Отлично. Так что, не знаю, я, в общем-то, вполне рад. Понимаешь, библейский свиток Буша, это где-то, наверное, самое длинное. Теоретически, пока так предполагаю, 30 минут ехать. Полностью. Не ехать даже, а вот ждать и приехать на кампус, на Буш отсюда. Это College Avenue, центр. Центральный кампус, самый главный. А Буш — это кампус инженеров. Там, кажется, хорошее общежитие. Ну, апартаменты, общежития и эти сьютс. Ну, это вообще, когда отдельные квартиры уже своя. Точнее, даже не домишка. Хотя не домишка. Ну, такие домишки, и у каждой принцессы полная квартира. Так. Это даже немножко по-разному оформлено. У нас такое же предложение.